Всем привет, ну что ж, мы начинаем, продолжаем. Так, давайте сразу возьмем грибочек. Пердунчика возьмем. Дальше возьмем вот эту штуку. Замораживатель, конечно же, бомбочки. Кого еще? Давай грызуна возьмем. Поехали. Надгробий много. Так что мы должны справиться. У нас есть поедатель надгробий. Так, пока никого нету. Ждем. Так, сразу пердунчика ставим сюда. И замораживателя. Так, поедателя. Поедаем. А, две волны у нас, да, будет всего? Блин, смотри, кто там сверху идет, а. Так, поедатель сразу поедаем. Он сейчас набросится, наверное, на моего поедателя. Будет жрать его. А, нет, не успел. Так, давай его, докончи, пердунчик. Молодец. Так, ну мы остальные тоже поедаем потихонечку. Ждем. Так, я буду играть сегодня чисто вот этими вот замедлителями и пердунчиками. Пердунчиков побольше поставлю. Две линии замедлителей, замораживателей у меня будут стоять. Все, и пердунчики везде. Так, давай тут съедим надгробие, оно мешает вообще, как вообще сильно. Сюда пердунчика сверху поставим. И давай быстренько ломаем. Все надгробия будем ломать. Вот, хорошая линия такая. Линия защиты у меня выстраивается. Так, замораживатели уже кончаются. Еще одного замораживателя и все. Главное пердунчиков побольше поставить. Все, последний замораживатель, ребята. О, нет. А я же забыл, у меня же этот прыгунья здесь будет, да? Ладно. А, в принципе, она даже не допрыгнула. Ну все, теперь набираем пердунчиков сверху. И должны мы продержаться. Две волны будет. Ни много, ни мало. Еще немножко. Так, два пердунчика мне осталось поставить. Ждем волну. Так, волна пошла. Так, срочно еще одного пердунчика мы поставили. Ждем. О, как хорошо они отрабатывают, смотри. Так, слушай, ну, я думаю, можно еще пердунчиков поставить, потому что у нас еще будет волна большая. Поэтому мы потихонечку, не спеша, будем оборону повышать. Замораживатели больше я не ставлю. Так, ну все, она не допрыгнет, бабенка, все. Отдыхай давай. Еще одного пердунчика я поставлю, и готова карта, будет красивая. Можно будет взять на заставку вставить. Во! Обалдеть. Теперь можно ждать, что будет. Так, у меня взрыватель есть. Давай взорвем. Папа! Блин. Надо взрыватель медленно, кстати, восстанавливается. Ладно, давай еще пердунчика будем ставить. У нас же место есть, почему бы и нет. Я хотя бы спереди поставлю всех. Еще одного пердунчика. Давай все пердунчиков поставим уже, да и все, добьем уже, так сказать. Карту заполним. Так, бежит мадам. Стреляйте. Есть. Сейчас ей останется еще одного пердунчика посадить, и готово. Главное, чтобы никто не сожрал ни одного у меня. Ну, навряд ли они, конечно, съедят. Все, большая апокалиптическая волна нас ждет. Из зомби. Финальная волна. Ну все, никто не добежит, потому что у меня тут очень-очень оборона мощная. Так, мы открыли, ребята, с вами альманах.
Субурбан. Субурбан? Альманах? Давай посмотрим, альманах, что там такое? А, он показывает, ну, типа, какие есть зомби. Ну, понятно все, ладно. О, игра интересная, давай поиграем. Что здесь надо делать? А, их надо ломать. Блин, ну давай попробуем. Ага. И этими надо сразу заниматься поеданием. Давай картошку тут посадим. В принципе, денег у меня много. Мне главное успеть их щелкать. Так, поедаем сразу. Следующие. Надгробие. Как же медленно, слушай, все тут восстанавливается. Ну, мы их хлопаем быстро. Так, картошечка, следующая. Так, а, они, получается, чисто из надгробия вылазят. Если надгробия не будет, то им и вылезти неоткуда будет. Понятно. Хорошо, давай внизу уже уберем, чтоб все было под защитой. Так, давай, и здесь надгробие поставим. Блин, сверху много надгробий. Ну, ничего страшного. Слушай, я вас сейчас всех взорву, да и все. Делов там, блин, взорвалось все-таки, жалко. Ну и медленно она там. Появилась еще одна надгробие, смотри, внизу. Так, убиваемся. Опа, нифига, сейчас ты мне ничего не сожрешь, гад. Да и бомбочка очень... Нет, короче, надо бомбочку аккуратно использовать. Потому что она очень долго восстанавливается, я, наверное, не успею ее использовать еще повторно. Хватит жрать. Поедатель надгробия моего. Так, сразу ставим сюда. И вот, то вот этот уничтожим уже конкретно. Замучит себя уже. Опа. Так, толпе не идет. Так, пока бомбочку я не использую. Иди нафиг отсюда. Так, ну все, сейчас волна эта закончится. В принципе, мини-игра такая, она несложная. На бомбочку тебе получи. Ой-о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 й. Зря, конечно, я... А, хотя, в принципе, нормально. Мы открыли новый гриб под названием гипногриб. Ну, как-то так, ребята. Ну, а шестую серию мы будем в следующий раз открывать с вами. Так что обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.